серию. Я сразу же что сделал? Вот. Решил вторую снять. Давайте сейчас посмотрим, как защититься от персонажей. Думаю, вы знаете, что делать. Как защититься от шлепы? Если шлепа придет, он постучится в дверь, откроет ее. На экране телевизора появится сообщение «Защита». Спрятаться вдаль комнаты. От Бингуса. Бингус появляется на телевизоре, он не появляется, если включена лампа. Защита посветит на него фонариком в упор. Защита от Попкэт. Если Попкэт придет... Вы услышите звук вентиляции, а также придет сообщение на телевизоре закрыть вентиляцию кнопкой. У меня выключил свет, что делать? Свет? Если свет выключается, включите его рубильником в вашей комнате около двери. Вот и все. Что делать, если закончится электричество? Умирать. Вообще без вопросов. Мне норм. В этой игре, так понимаю, вообще ничего. То есть тут вообще... Привет! Это твоя шестая ночь в этом офисе. Поздравляю! Как видишь, офис немного обновился. Мы выгнали шлепу на улицу, и теперь тебе совершенно нечего бояться. Также мы заметили... Блин, я случайно выключил этого. Фунгая. Блин, надо выйти. Я не прослушал там ничего. Так, ладно, я сейчас на паузу поставлю и разберу. Так, короче. Блин, ребята, короче. Я снимаю видео. Что ты здесь делал? В 6 часов пора ушел. Заканчивай. Короче, все лезут туда всюду. Придется проходить ночь, потом послушаем, что там сказал Фангай. Воу! Ну я как понял, мне сказал этот Фангай, что типа... Он мне сказал, что типа, это твоя шестая ночь, я так понимаю, что это продолжение первой части. А это у нас, ребята, а как включить фонарик? Я буду лампу, наверное, включать. Короче, что-то как-то тут все очень... Что там-то такое? Заново. Так, давайте сейчас вас послушаем. Я что-то умер, короче, от попка. Ты еще тут не умирал, надо сказать. Привет! Это твоя шестая ночь в этом офисе. Поздравляю! Как видишь, офис немного обновился. Мы выгнали шлепу на улицу, и теперь тебе совершенно нечего бояться. Также мы заметили, что в твоей комнате немного душно, и добавили вентиляцию. Не волнуйся, если тебе дует, можешь открыть ее с помощью большой красной кнопки. Ноутбук с камерами мы отнесли в ремонт, ведь он был сломан. Ты спросишь, а как теперь смотреть камеры? А зачем? Ведь мы снабдили офис продвинутой системой сигнализации. Если она сработает, сюда сразу приедет полиция. Твоя главная задача наблюдать, чтобы эта система не сломалась. Здесь стало часто выключаться электричество. Если это произойдет в твою смену, не волнуйся, у тебя есть фонарик, настольная лампа и запасной аккумулятор. Но их хватит ненадолго. Постарайся экономить. Также у тебя в комнате есть рычаг. Если выключится свет, потяни за него. Чтобы тебе не было скучно, я буду разговаривать с тобой каждый день. Ладно, до завтра. Кстати, я еще увидел то, что там было сказано о том, что Фунгай не всегда говорит правду. То есть... Эу! Кстати, вот... Мы в первую часть не видели геймплей Бобкэта, а вот тут видим. Классно. Так, ладно. Вообще, ничего трудного пока я не вижу. От шлепа надо прятаться там, в углу.
от кнопка это закрывать вентиляцию. Бингус появляется здесь, я буду его просто. Ой. Я буду просто лампу вот так вот включать. Иди отсюда. Иди. Можем тут, кстати говоря, тоже пару ночей, например, поиграть. А то просто видео, блин, длится 5 минут. Что за фигня? Я не хочу так, чтобы было. Электричество тут вырубается? Да? Понятно. Уходи. Наверное, где-то тут надо лучше быть. Попкет ко мне один раз уже приходил. Ну, не один. Так, ну все. Мы прошли, получается. Та-да! Алло, это снова я. В прошлый раз я говорил тебе, что надо наблюдать за телевизором. Ну так вот, к телевизору, который около двери, подключена система сигнализации. Если в офисе что-то произойдет, то ты увидишь соответствующее сообщение на экране. На экране телевизора будет написано, что делать. Ну и что я еще хотел сказать? Будь осторожен. Сегодня сотрудники слышали какой-то странный скрип вентиляции. Попробуй закрыть вентиляцию кнопкой, если услышишь там что-то. Но попытайся экономить электричество. Лампа, фонарик и вентиляция очень быстро ее расходуют. Главное не бояться, ведь я все время на связи, и если произойдет что-то важное, то я тебе расскажу. Вообще без вопросов. Понял. Ну, вроде прикольно. На самом деле прикольно, что мы тут можем ходить. Ладно. Но это видео, так понимаю, получится меньше. Чем первое. Хотя... Не знаю. Наверное, да, меньше. Минут 10. О! Что-то я подзавис немножко. Здорово. Это еще было. Что? А, ой! У меня игра вылетела. Подождите, стоп. А как вообще фонариком пользоваться? Алло, это снова я. Тебя я уже слушал. Как это делать? На Ф! А, я тупой, понятно. Значит, видео будет, все ребята, все-таки подольше. Мы с вами видели скример Бингуса, Попкета. Шлепы еще не видели. Ждем скример шлепы. Блин, обидно было. Ну хотя ладно, что, зато видео подольше будет. Можно бегать, стрелять всякой хренью. Круто все то, что тут видно, все на мониторе. Понял. Есть. А! Бежим. Лучше бы легче всего.
Ты чё за... Уходи. Стоит. О! Быстрее, быстрее, быстрее. Блин, я еще в наушниках, я не все слышу. Слушайте, что за потный? Не думал, что я это скажу, но это так. Так, ну я далеко. Ты сам вернулся этот пупкет. Привет еще раз. Страшно. Хотя, ну, все уже по идее. Все, я затащил. Нет, еще может и нет. Все. Даже бингус не пришел. Ура! Пока, шляпа! Ну все, нормально. Мы посмотрели геймплей, здесь уже всех котов. Все, нормально.